фокусе «Семья». Так называется ярмарка социальных технологий, которая в эти минуты проходит в Барнауле. На площадке работает наш корреспондент Ольга Диянова. Она с нами на связи. Ольга, вам слово. Здравствуйте, Анастасия. Мы находимся на ярмарке социальных практик в фокусе «Семья». Что такое социальные практики? Это конкретные технологии и способы работы социальных служб с семьей и детьми для того, чтобы сделать их более благополучными. Ну а как мы знаем, благополучие бывает не только материальным и экономическим, но и духовным и психологическим. Здесь собрались 44 и службы для того, чтобы продемонстрировать свой лучший опыт. Одна из участниц – руководитель кризисного центра для мужчин Елена Васильева. Елена, расскажите, пожалуйста, какой опыт вы хотели бы здесь продемонстрировать? Здравствуйте. Наша площадка называется «Поиграй со мной, папа». И здесь мы презентуем коллегам опыт нашей работы с сами с детьми, который мы используем в своей повседневной работе. Это сказкотерапия, песочная терапия, а также современные настольные игры. Это очень популярно, потому что игра позволяет отцу и ребенку выстроить то взаимодействие, которое укрепит отношения, способствует пониманию друг друга, а также позволит наладить контакт. Мы хотели бы показать, что играть отцу с ребенком – это легко, просто, весело, интересно и приятно, как папе, так и его детям. Спасибо. Елена, спасибо. Но я напомню, что более 40 организаций участвуют в этой ярмарке. Буквально через час специальная комиссия оценит работу каждой организации и выберет лучшую. Ну а мы узнаем, кто стал лучшим, несколько позже.